Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Crysis 2. И, как ты помнишь, мы остановились прямо перед тем моментом, когда к этому Голдену, Смолдену идти. Так, дай пройти. Вот он. Чё? Вот так. А теперь будь добр, не стреляй тут ни в кого, а? Мне нужна помощь с софтом для капсулы. Подумаю. Ты готов? Да, готов. Я уже готов ни в кого не стрелять с базукой. А чё я не могу? Стреляй, слышишь? А? Включай систему. Мне нужно просканировать костюм. Да, давай. Да. Я уже. Только не надо... А меня чё... О, понятно. Слушай, костюм вроде как один и неповторимый, а у них, смотри, сколько вот этих... У каждого второго есть вот эта вот машина для сканирования костюма. Зашибись. Протоколы активированы. Идет сканирование. Нет. Чё? Быть не может. Огнестрельное ранение сердца и обоих легких. Похоже, правый желудочек пострадал сильнее всего. Ну да, могу пару пуль пропустить, согласен. Сломаны ребра. Так, считаем. Третье, четвертое, пятое. Грудная клетка болтается. Множественные ушибы легких. Еще пулевые ранения грудной кости, грудного и поясничного отделов позвоночника. Голд, он ходячий труп. Офигеть. Без костюма, гляньте-ка, оно растет прямо в ранах. Фактически срастается с тканью. Сфокусируйся на самых глубоких слоях, на самой основе. Что-то там происходит. Похоже, какой-то дополнительный модуль. Так что, буду жить, нет? Или это все копи... О, какая тут камера. Открываю незаметная. Буфер. А, это лапы. Подготовка к сканированию. Угу. А, то есть меня еще на пляже, так сказать, убили, да? Но он спас мою жизнь, тем самым отдав костюм. Понял. Алькатрас. Так тебе зовут. Алькатрас. Сканирование. Судьба оно перемежает системы. Выруби. Я стараюсь. Это сообщение. Оно ведет передачу. Какую? Ох, черт! Опа, попал. Ну, Голден тоже тормоз какой. Так вот. Ща буду стрелять. Че тормоз-то такой? Не надо, не открывай дверь, у меня костюм сломан. Попал. Класс. У меня люди с ног сбиваются, ища тебя. А ты вот он, уже связан. Здравствуйте. Ага, если его связать, то и убивать не надо. Да? Да, да, да. Че ты пернул? Убери свою пуковку буквально. Да, пиздуй давай отсюда, видишь? Тебе баба говорит, че? Ушел он. Мэм, спасибо. Поднимайте. Да я и сам могу встать. А, его? Его можно, да. Нейтан Гулд, к вашим услугам. Камера сама, если что, трясется. Если будет создавать проблемы, бейте, но не сильно. Потом его нужно допросить. Лучше обесточьте костюм перед тем, как выпустить его. Не-не-не, не надо, не. Это не обязательно. С удовольствием. Не-не-не-не-не. Чем? А, фу, я думал, это он шокером долбанул меня. Че? Чтоб ты знал, пророк, не дергайся и не шали. Эта штука будет в твоем ухе всю дорогу. Доставишь мне хлопот, лишишься головы. Теперь вставай. Ну, когда говорит, у него иногда глаза на лоб вылазят. Шути со мной, пророк. Ну, пошли. Встаю, встаю. Подожди, знаешь, сколько этот костюм весит? Ой, блядь. Ты что, охерел, что ли? Еще раз так сделаешь, тебе пизда просто, понял? Что такое, Гул? Ты же мечтал напасть на след таинственного, зловещего... Ну, иди давай. Шути так вот, что он, иди. Ты не рад? Так я иду. Господи, Тара. Ну все, тебе пизда. Видел чувак. Бы тебя сейчас чё? Твой отец. Ты слышишь, ты... На этих... Дай, ой, как оружие достать? Да, мой отец мертв. Не достается. А теперь заткни пасть.
Думаешь, ты такая умная, Тара? Все. Ты понимаешь, что это не пророк? Он просто... Что это за... Сейсмические толчки. Хардвик считает это... Ускоряется! Вон! Все вон отсюда! Не, это видео. Я даже не иду. Это все само. Ах ты, пидор. Дайте пушку. Ты слышал ее, тварь? Пошел! Ах ты, сука. Как он меня бесит, слушай. 6 минут у нас. Тупо кассет, ни хера себе. Пришел поиграть. Доставьте его в призму и все. Теперь это проблема Харгрива. Ничего, но ехал, но я надеюсь, мы с ним еще встретимся. В чем проблема вот этих двоих просто взять и скинуть вот так вот с вертолета? Смотри, они ни за что не держатся, ничего. Нихера себе. Мы падаем, повторяю, мы... Вот как про вот эту вот жопу дробилку не пошутить, а? Фишкой второго Крайзиса это смерть. Я постоянно умираю. До сих пор касцена. 7 минут. Для заставки, конечно, неплохо, если касцены будут 1-2 минуты за 20 минут. Но не из 20 минут, уже 7 видео. Что вообще происходит? О! А, пробел дефибриллятор. Все, что нам дали поиграть за 8 минут, это этот пробел нажать 2 раза. Охеренно. Ну да, тут почему-то инопланетяне абсолютно другие. Почему они решили с синего оттенка перейти на красный, я не понимаю. Но тоже смотрелось неплохо. Подкачать, конечно, уровень графона и все, но они абсолютно же другие делают. Пришелец! Снять его! Сквозь огнем! Черт! Уничтожить, тварь! Ее! Порвать их! На кусочки! То есть перед ним заборчик, а он прям... полностью сам, чтобы его было видно. Зачем ты тогда вообще за заборчик вставал? Костюм готов к работе. Да вы чё? Да ладно, могли бы дальше продолжить видео. Всего-то 8,5 минут прошло. О, круто. Расчет пути отхода. Маршрут обновлен. И... Да ну нахер. Маскировка. То они мне вообще не дают поиграть, то... Перезагрузка костюм. Какая перезагрузка костюм? Вы что, гоните? Маскировка включена. Валим. А куда мы валим, кстати? Да почему? Зашибись. То есть я теперь по стелсу не могу играть, потому что у меня костюм будет перезаряжаться, да? Серьезно? Я вижу, что ты там. Да, есть. Далее. Вижу, вижу. Блин, этот... Луч, он не появляется сквозь предметы, например, окно машины. На-на-на, вот так вот хотя бы. Ага. Да, кошмар. Ты чё творишь? Да я бегу. А, чтобы оглядеться, ну. Да вы гоните, ребят. Достань пушку, давай. Это кто нахрен такой? Чё, я умер? Там... Или так и должно быть?
пока за 10 минут я ничего не понял. Сражение приостановлено. Перезагрузка основной системы. Да, да, супер крутой костюм. Я это понял прекрасно, да. Он меня спасает. Да. А, вот типа ловят их, да, в клеточку. Ага. Типа вот, вирусы поймал. Клетка маленькая, железная, понял. А в чем дальше тогда цель? Того Голдена похитили. Значит, мне надо типа найти его, да? Сейчас костюм, наверное, подскажет, куда идти. Чутье. С помощью скольжения можно сбивать с противника с ног. А что, бывают полезные советы в играх? Попробую. Хотя это в упор надо подойти. Зачем мне это? Рэншан официально все еще остается секретной операцией США. Ты будешь моими глазами и ушами, пророк. Любой ценой сохранить жизни своих людей — цель достойная, я ее. Но главная твоя задача — это доставить мне информацию. Если сможешь, принеси образец. Не сможешь? Просто вернись живым и расскажи, что видел. Ключ ко всему наносистемы, но у нас слишком мало времени. Пришла пора человечеству проснуться. В первой части, часть Вархэд, да, я узнал их. То есть, он говорит, вернись и расскажи, что увидел. Коррозийные агенты изолированы. Повреждение базовых систем. Идет перенаправление энергоподачи. Так, сигнал своего костюма нестабилен. Но пока зайдет. Не думаю, что мы были представлены. Джек Харгрив, к вашим услугам. Уверен, что Нейтан Голд упоминал мое имя, однако смею предположить, ничего хорошего обо мне он не сказал. Впрочем, сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно вернуть тебе скорость перемещения и оружие. Итак, в данный момент ты находишься недалеко от бюрократического центра города. Вот по-любому труп. Думаешь, я могу взять тут? Что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится? Увы. Их заменят образчики ничуть не лучше. Хрен знает, как этот костюм прокачать вообще надо. Но ты можешь мне не верить. Зачем, право слово? Доверие должно быть заслужено. Иди и глянь сам. Хер с ним, я с этим костюмом. Тебе, кстати, да, вот оно, где-то вот здесь. Однако вроде еще тебе даже. Однако тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника. Там есть то, что тебе понадобится. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Костюм стал намного громче. Так, ну вроде начал работать, отлично. Через 14 минут я уже могу поиграть, спасибо. Как собирать вот эти вот информацию и энергию пополнять, я так и не понял. Хрен с ним. Пока с самым слабым костюмом поиграю. Потом, может быть, либо ты напиши в комментариях, либо я поищу в интернете. Но я явно забуду. Если до сих пор этого не сделал, я забуду. Если вот ты знаешь как, лучше напиши. О, кстати, а можно со всей силы? Можно, но в этом нет смысла. Зато я знаю, что это работает. Кстати, может тут эти вот штуки? А ну. О, да? Вот как собирать костюмы. Ага, а ну. Так, где еще был? Где-то еще был. Так, а это вообще не зря я занимаюсь этим. Было 300 штук, 380, значит не зря все. Значит их надо бегать и давить. Так, где? Ага. Нет, это уже дохлые, да? Где-то еще бегали. О, блин, я ж там упустил очень много их штук. Пошли вернемся. А мы вернемся сейчас вообще. А ну давай. Нет, не допрыгнем уже, даже если задерживать. Я ж не знал, что их можно давить и... Опа, те капзда. Куда? Вот тебя я искал. Есть. Еще 20, это уже 400 штук. Это что-то прокачать могу вообще за 400-то? Нет, 8000, 12, 16. Да вы ёбнуты. Там в будущем будет столько? О, кстати, а если невидимкой подкрадываться этих инопланетян лупить, мне будут давать?
Кстати, в натуре, может, это за стелс дают? За то, что в упор делаю? А ну. Маскировка отключена. Он просто забрал их. А я... Маскировка отключена. В порядке. Со мной все. Нет? Нормально. Не фурлычит, да? По крайней мере, с людьми точно нет. Нет, с людьми это не работает. Может, с живыми? Нет. Забрал их. Да кто это говорит? Какая-то девочка говорит, но я не мог понять, где она. Ладно, фиг, значит, мне не надо это. Забавный чувак. А здесь, похоже, перерабатывали важных женщин, как и подобает их статусу. Так, хорошо. Так, тут никого нет? Нет, здесь никого нет, значит, можно... А, нет, я вижу. Маскировка отключена. Да-да-да, я их увидел. Че, невидимка, попробую подкрасться и опять в ближнем бою убить. Может, маскировка за ближний отключена. Бой мне дают эти очки? Нет, как ты думаешь? Так. Но они, надеюсь, спустились ниже, потому что если нет, то я до них не доберусь. Я видел, они сверху были. Короче, потом, как увижу их, как появятся, тогда спрячусь куда-нибудь и включу невидимку. Ага, я слышу, они там внутри есть. Маскировка. Кстати. Полная зачистка – идеальное решение, не так? Вспомни, Сергей, и вирус рогатого скота... Так, есть. Отключи ты к херам эту маскировку. В прошлом веке. Так, есть еще что? Проблема была не в том, чтобы уничтожить животных. Это просто. А в устранении останков. Как избавиться от миллионов гниющих трупов? Цефы нашли ответ. Они стирают нас с лица земли. Сводят к нулю воздействие окружающей среды. Образцовый метод. Так, нет, больше нигде, да? Ага, вот, вижу. Куда? Я ж попал... Вот этот вот дрочь, зачем мне? Я просто не рискнул попробовать их убить выстрелом, потому что вдруг я эти 20 просру штучек. Откуда звук? Я слышу, еще они где-то бегают, но я их не вижу. Так, там есть? Там пока не вижу, давай соберем просто все, что есть. Так, сюда никто не забежал. Я слышу их там. Маскировка отключена. Ага. Да ты заколебешь ты, а? Маскировка отключена. Все отлично. Маскировка отключена. Охота на тарканов, блин, какая-то началась просто. Сколько у меня? 540? Как-то мало. Невероятно мало просто. Маскировка. Когда там эти роботы отключена. Появятся-то, а? Я хочу на них проверить, есть смысл в ближнем бою с ними биться или нет. Кстати, ну это, наверное, их из... Не, но все. По всем характеристикам хуже. Это пока то, что у меня есть, он более-менее. Маскировка есть тут? Кто-нибудь, нет? Нет, маскировка здесь никого. Отключена. Очень неудобно нажимать сразу 4-5 клавиш. То есть все пальцы у тебя задействованы, это вообще жесть. Останавливайся быстрее. Маскировка отключена. До сих пор никого нет, да? Ладно, допустим, соберем пока патроны. У меня максимум, ну ладно. Маскировка отключена. Пройди через сити-холл. Все еще никого, да? Видишь, что они с нами делают? Превращают в биомассу. Зачем, спрашивается? Это было бы омерзительно, если бы не было столь захватывающе. Так. Дали? Маскировка. Да, прям соточку. Смотри, сотку дали. Все, значит. Падла. Стой. А чё ж раньше не сказали, что в ближнем бою надо убивать, чтобы получить больше этих штук? Ух ты ж конченый какой. Это кто сделал? Ах ты тварь, да? Как до тебя добраться можно? Сам спустись. Отлично. Ой, я хотел тебя... Вот так. Сыка. Есть. Фух.
Так, еще я видел тараканчик где-то тут бегал. Но я их вижу, тут очень много их, да? Так, тараканчик, иди сюда. Оп. Ща, если я нахер так костюм включаю, ты просто охуеешь. Давай так. Ах ты. Ну так, сука, ебаный. Ты что делаешь? Вот это было уже рискованно. Мне бы контрольную точку получить, ребят, вы чего? А, короче, это походу еще и сзади. Надо походу надо еще и сзади подходить обязательно, чтобы оно сработало. Удар, да. Кстати, я уже могу хоть что-нибудь прокручать. 980, а мне надо прям тысячи собирать. Ладно, я видел, там что-то еще было за 800 или за 600. Так, дальше. Я видел, где-то тут еще должен. Вот он. Сейчас в спину зайти, а ну. Ну такой, да, в спину все-таки убивает с первого раза. Но это тоже дрочит тот еще. Даже не знаю, что лучше. В спину или нет. Маскировка включена. А ну давай. Вот сейчас будет жопа. Так, отходи, отходи. Валим, валим, валим. Все, 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 сейчас еще включу невидимку, подожди. Успел. Отлично. Сейчас обойдем с этой стороны их. Мне нужна контрольная точка. Да ёб твою мать. Нет, бежим, бежим, бежим. Ну слушай, так вообще круто. Кстати, что я там прокачать? Нет, это убери к херам. Что я прокачать могу? Мобильность. Это что будет? Повышение скорости рывков за счет большего расхода энергии. Себе же хуже сделаю. Приглушение от звука ваших шагов, такое же себе, автоматическое приближение. Ну это все ж дерьмище. Это что, ну давай пока вот это вот возьмем. В целом неплохо. Чтоб они меня не слышали, когда я иду. Потому что этот гандон точно слышит, что я иду. Падла, на. И где-то там сверху еще, видимо. Да, я его даже увидел где. Быстрее, отлично. А теперь маскировку отключаем и ищем вот этих вот гадов. Мелких есть. Если бы мне сказали раньше, что тут можно было. Это прям такая вещь, которую надо 10 раз мне ткнуть носом. Что это нужно так делать, что это так можно, чтобы я точно знал. Чтоб пропустить это было невозможно. Так, отлично. Угу. Так, и тут опять кто-то, да? Или контрольную точку наконец дадут. Мне контрольную точку не дают что-то. Козлы вроде. О, зато говно со всех сторон летит. А где, кстати? Ни одного не увидел. Вроде что-то прилетело, а никого нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. На, падла. Аккуратно. Маскировка отключена. Давай этого тоже аккуратно. А сейчас он почему-то с одного удара их убивает. Маскировка включена. Почему? Сейчас он вообще без какого-либо дроча. Наверное, если они меня палят, тогда уже нельзя по стелсу убить. Видимо так, потому что другого объяснения у меня нет. Ну все, тут больше никого нет, да? Ни мелких, ни больших. Да, все, просто пошли невидимку сейчас включим на всякий случай. Маскировка включена. Хотя сейчас дайте контрольную точку, когда я вот сюда зайду. Отлично, контрольная точка. Кстати, закрою вот. Как его? Нажмите по чтоб открыть. А, вот где тут сразу отключать? Сейчас, подожди. Отойдем, чтобы он не пиздел. А, ну ты меня и завалила, зашибись. Он очень сильно мешает, пока говорит. Смотри. Вот этот вот голос, кстати, похож очень сильно на голос, знаешь, из старых мультиков, когда типа экстремальные охотники за привидениями. Я узнал этот голос, прикольно. Ну, а на этом предлагаю все. Контрольная точка была. Я разобрался еще с одной фишечкой и теперь с прокачанным костюмом. Я их разнесу. Надеюсь, только прокачки будут нормальные, потому что пока что из того, что доступно, это дерьмище полное. Ну, на этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся.